Привет, друзья. Ну такой чудесный был прямо семинар, у нас вебинар такой потрясающий, новейшая методика озарения по заказу. Заказал себе вопрос какой-то, лег спать, и озарение у тебя во сне происходит, или утром придет ответ на волнующий тебя актуальный вопрос, который надо выделить среди всех других вопросов. И в этот самый момент, когда ты переходишь в сон или выходишь из сна, в этот момент безмятежности, в это состояние нулевом, где все блоки уходят, где сомнения уходят, и на нуле, в этом состоянии благоденствия между сном и бодрствованием, который можно получать, и сидя в кресле, не только когда ложишься спать. Но это был чудесный вебинар. Я всем благодарен, всем участникам и школы «Человек будущего», «Homo Futurus», и новичкам, которые туда пришли. Ну, потрясающий вебинар. Мы, оказывается, все живем в таком лоскутном мире, кто каждый в своем мире, в своей проблеме, у кого нога болит, он там живет. Кто думает о том, как помочь человечеству, он там живет. А кто думает, например, как Менделеев, засыпая перед сном, который вечно прокручивает какой-то свой вопрос, актуальный для него, он там находит ответ между сном и бодрствованием, потому что там происходит разгрузка, перезагрузки. И на этом вебинаре потрясающие у нас участники. Вот, например, Сергей Степанов, который сказал: конечно, надо быть абсолютно уверенным в решении этого вопроса. Я раньше об этом говорил, что изобретатель выдающийся говорил: я нахожу в себе состояние абсолютной уверенности в решении задачи какой-то, и решается она у меня. А он самый известный на планете изобретатель. Все задачи решает из разных областей деятельности. Вы представляете, у него статус такой, самый такой выдающийся изобретатель, ему 84 года. Как это все было интересно, и столько участников делились своим опытом. Но вы можете это еще посмотреть, у нас еще будет по той же цене 1000 рублей стоять несколько дней, об этом Влад Орлов сообщит, сколько дней, там до понедельника, или там 3 дня еще будет, сообщит. Спешите, конечно, его посмотреть. А как же? Там такой вообще контент. Там люди выступают, там человек выходит и говорит: а я не знаю, какой вопрос решать. Ну так возьми и сделай шалтай-болтай или лыжника, подбери себе. Или идеальное положение тела. И сам подбор принципом перебора идеального положения. И там возникают идеальные решения. Ну, это очень интересно, ну что вы. Мы все живем в лоскутных мирах. А там как раз-таки в этом состоянии, и через наш вебинар, который вдруг открывает эту новую технологию, то человек пользуется этим и научается слышать себя, и чувствовать, как решать те или иные вопросы, и как задавать себе вопрос правильно. Потому что там был вопрос, например, такой: а как быть счастливым, богатым, успешным? Ну, это же общий вопрос. А как его определить конкретно? Не знаешь, как определить? Делай эти упражнения, эти приемы по минуте. Подбирай то, что тебе подходит. И вдруг ты открываешь ответ, что, оказывается, ты не знаешь, какой вопрос, потому что у тебя слишком общий. И поэтому тебе твой бессознательный механизм никак не выдаст ответа. Ну, вот это очень интересно, что там надо, во-первых, определить актуальную задачу как можно конкретнее. Не знаешь, используй эти приемы, узнаешь. Вот. Потом, как получить эту абсолютную уверенность, что задача решается. Это не уверенность, хоть капля сомнения, она стоит преградой между сознанием и бессознательным и не дает ответа. Как получить эту уверенность абсолютную? Да. Там все это сказано, и вот на этом примере, там много разных примеров, люди живем, выступают и показывают. Там человек, например, говорит о том, что
А я вот у меня такая проблема, я не могу ровно стоять, я хожу только с палочкой и все время согнувшийся, потому что я, говорит, все время чувствую, спина болит. Вот такая задача у человека. Ну дай бог здоровья и счастья. И там подсказка сразу приходит. Мы же там все общаемся, и самое главное, что оказывается, когда найди оптимальное состояние для оптимальных решений. Ну, оказывается, оптимальное состояние у этого человека, я не называю имен здесь без согласования никогда, просто опытом делюсь. Оказывается, оптимальное состояние в данном положении именно согнутое. А почему ты так не в этом состоянии не сделаешь вот это решение, не найдешь решение, как решать, чтобы ты не согнутый ходил? Ой, не догадался, потому что я думал или думала, что в этом состоянии я, если нарушаю себе там, допустим, что я потом встану хорошо, а потом мне еще хуже будет, я встану, и мне еще будет больше болеть. Ну, вы вот видите, а там подсказки идут. Как сделать так, чтобы в оптимальном состоянии нашел ответ, и чтобы потом разогнулся, и было хорошо. И так было. Мы все это видели. Я счастлив. Счастлив делать людей счастливыми и здоровыми. Не я их делаю счастливыми и здоровыми, они сами себя делают счастливыми и здоровыми, потому что получают знания. А знания – это сила. А вместе мы – это вообще сила такая, которая победит и коронавирус, и все. Это альтернатива против всей этой неопределенности, которая падает на нас, и все в смятении. И там же был градусник напряжения, как его регулировать, это напряжение, как выходить на творческое состояние из страха неизвестности, из страхов паник и так далее. Ну, потрясающий вебинар, поэтому я просто советую вам, кто был не в курсе, возьмите, посмотрите, попробуйте, сделайте эти приемы, попрактикуйте их несколько дней, хотя бы по 5 минут в день. Это такой взрывной эффект дает, понимание, как все устроено. Это открывает интуицию, как решать вообще любые другие задачи. И там же и наука человечности. Мы туда добавляем любовь, сопереживание, чувство бесценности живого, способность сотрудничеству к этому коллективному разуму, которым примером является это. Как раз наша школа «Человек будущего» Homo Futurus – это окно в будущее. Да, участвуйте, смотрите, рассылайте вот эти вот в своих группах, чтобы больше людей об этом узнало, потому что это альтернатива нашему сегодняшнему состоянию. Хотите быть как раньше? Ну, будьте, пожалуйста. Ну, теперь у вас есть выбор. То, что вы могли знать из других всех методов, там долго учиться по ним и так далее, шаблоны все новые формировать, много времени на это тратить. А здесь метод ключ, он поэтому называется синхрометод, потому что вы подбираете действия синхронные вашему индивидуальному текущему состоянию. Делайте это сами. Вместе мы сила. До встречи, друзья!